Дорогие друзья, здравствуйте. Давайте потихонечку начинать. О. Я рада вас видеть на совместном лектории Музея Гараж и Газпромбанка. У нас цикл встреч, уже пяти встреч, про тиражное искусство. И если первая была про коллекционирование, про историю коллекционирования непосредственно в России с Сергеем Бастанецким, вы можете посмотреть на нашем YouTube, то вторую лекцию нам прочитает Алексей Веселовский. Это художник и основатель лаборатории экспериментальной печати Перенези Лаб. Передаю вам слово. Спасибо. Моя лекция будет сегодня… Здравствуйте, во-первых. Меня зовут Алексей Веселовский. Как уже Софья представила меня, я художник, печатник, преподаватель, исследователь. У меня много ипостасей. Но моей страстью всю жизнь является печатное дело в разных его проявлениях. Я занимался много и коммерческой печатью, и художественной печатью. И учился этому, и сам теперь учу. И, в общем, это не только моя профессия, это действительно моя страсть. Это то, чему я посвящаю все свое время практически. И хотел бы вам сегодня рассказать о том, что такое печатная графика. И немножечко... Так. Что нужно сделать? А, я не туда жму. Я еще не освоился здесь с техникой. Я немножечко расширил название лекции, и заявлена она была как эстамп и не только, а я ее расширил до вопроса printmaking, стамп и не только. Все дело в том, что э, такое понятие, как печатная графика, на самом деле вот эта формулировка, она появилась в русском языке, в общем, сравнительно недавно, это такое новейшее изобретение. Э, в английском всегда был, э, было два понятия, graphic arts э, и printmaking, которые различались примерно как печать вообще, художественная печать вообще. И принтмейкинг как печать авторская печать в русской коннотации вот этого вот различия оно не дел... его не было и оно появилось ну совсем недавно в русском в русской коннотации было понятие эстампа это руч... объединяло в себе все ручные виды печати и, ну, я дальше буду рассказывать об этом, и вы поймете, почему эстамп сейчас не полностью описывает то, что, так, то, что называется э, печатной графикой. И поэтому э, я начну, наверное, с каких-то таких онтологических основ, э, вопросов того, что, что такое печать в принципе, и что такое э, оригинальный принт. То есть для нас это, э, ну, то есть для, суще, для существа дела это, наверное, основной вопрос. Вопрос оригинальности, тиражности, что такое настоящее, ненастоящее. То, что такое отпечаток, мы все понимаем. Потому что самый оригинальный принт, э, то есть первое, что приходит на ум, когда начинаешь рассказывать о печати, это то, что было сделано еще совсем давно. Это первое, что оставил э, человек как произведение искусства. Это, был, это была печать вот эта вот рука, ей этому отпечатку 40 тысяч лет. Это в индонезийском, индонезийский остров Сулавеси, совсем недавно вот открыли вот эти вот изображения, которые сделаны методом трафаретной печати. Я вам об этом буду потом рассказывать. Это трафаретная печать, это рука, и сверху набрызгана красной охрой, набрызганы набрызганное изображение. Таким образом получается изображение руки. Да? Что это значило, какие мистические, магические ритуалы к этому были подключены и вообще э, как это работало, я сейчас не буду этого касаться. Для нас важно, что это был, собственно, первый импринт, первый отпечаток, который был сделан в истории человечества. И, э, ну, наверное, вы все в какой-то момент когда-то чувствовали вот это вот какое-то такое некоторое щекотание, когда вы делаете отпечаток, я не знаю, на, наступаете ногой на песок, да, вот этот вот момент того, что вы делаете, и появляется оттиск, в этом есть какая-то магия, черт возьми, то есть в этом что-то вот такое, вот, что мы не можем объяснить, что нас завораживает и притягивает к этому. И, собственно, вся печать, она... Она через эту магию проходит. В этом есть какое-то магическое действие, которое, ну, на, наверное, на уровне на наших нашего э, нейроустройства, на уровне наших нейронов заложено в нас каким-то в каком-то мозге рептилии лежит вот эта вот основа, которая заставляет нас трепетать при создании отпечатка при виде отпечатка при Э, переборе отпечатков. Мы, я тоже об этом немножечко поговорю, потому что в печати на самом деле в тиражности главное не то, насколько оттиски похожи, а насколько они отличаются. И, собственно, вот в, этом, вот в этой истории, когда мы делаем то же самое действие, но получаем вроде то же самое, но что-то другое, вот в этом, в различии, и, собственно, лежит, э, наверное, основная магия печати, который, о которой я вот буду постоянно к этому буду... Э, возвращаться. Итак, первое, что мы имеем, это э, механическое э, произведение, то есть не непосредственное изображение, а опосредованное, то есть при помощи какого-то технического действия, в данном случае простейшего трафарета, э, автотрафарета, можно сказать, художник сам был трафаретом, да? то есть это такой body paint, на самом деле, то есть э, мы будем говорить про матрицу, и в данном случае здесь тело выступало как матрица. А, то есть, первое, что у нас есть, это вот это вот опо, опосредованное изображение, и второе, э, что у нас получается, это воспроизведение. То есть, при помощи опосредованного воспро, э, воспроизведения, это с греческого с латыни повторно произведенное а, ре продукта. Да? Соответственно, второе — это возможность тиражировать, воспроизводить. И это уже тоже руки, только на три десятка тысячелетий позже, это на два десятка, это уже в Аргентине пещера, так она и называется, пещера рук. И это уже, вы видите, это десятый, ну, это, то есть в пещере это происходило в течение там трех тысячелетия, четырех тысячелетий. То есть средства производства не менялись, и стиль у художника тоже не менялся. То есть все оставалось на протяжении четырех тысячелетий. Они а ставили вот эти вот свои отметки рук. А, и вот это вот второе, вторая корневая сущность а, печатной печати. А, теперь посмотрим на процесс печати, на то, что Является онтологически собой печать. То есть это четыре сущности. То есть, первая это матрица обязательная э, форма, э, содержащая исходный, э, исходное изображение, назовем это так. Вторая сущность это процесс переноса, он может быть разный, мы об этом тоже поговорим. Третья это материал, поверхность, на которой происходит. Э, Процесс переноса. И четвертое это сам отпечаток. То есть э, тут тоже есть такая тонкость. Не всегда материал, э, тож, материал тождественен отпечатку. Иногда отпечаток может остаться вне материала отдельно. Ну, представьте себе переводную картинку, да? То есть мы делаем переводную картинку, и она отделяется от материала. То есть изображение у нас остается отдельное Это как, как бы некая импринт, некая четвертая сущность. И вот это вот э, простая формула, она позволяет нам э Понять вот это расширенное состояние печати, что печать это не только эстамп. Я сейчас буду подробно рассказывать вам про эстамп, потому что я так понимаю, что э я вижу здесь знакомые лица и людей, которые, ну, в общем, эксперты в печатной графике, с одной стороны, с другой стороны, я не знаю, насколько экспертны тех, от кого я не знаю. Поэтому я буду рассказывать с самых азов про да простят меня эксперты. Я буду повторяться немножко и рассказывать какие-то, может быть, очевидные для. Коллег вещи, но э, о которых нельзя не сказать. Таким образом, матрица, перенос, материал, отпечаток. Я не буду опять-таки глубоко уходить, про каждую из этих сущностей можно долго рассказывать. Это, в общем, тема диссертации, по большому счету, про матрицу. Матрица в классических способах печати ⁇ это доска, форма, пластина. Она может быть изготовлена из любого материала, бумаги, дерева, металла, камня. То есть это то, на, чем, на, на, на что наносится изначальное изображение. Наноситься оно тоже может разным способом. Вручную, при помощи фотомеханических, при помощи механических способов. Сейчас э, при помощи цифровых всевозможных э, э, решений. Но опять-таки матрица для нас это исходная такая, это, матери, это материальное, это что-то такое, вот то, что можно взять в руки и подержать. Но за последние 20 лет, ой, я проскольз... проскользнул, по-моему, да? Да. Последние 20 лет появилось другое уравнение. Файл тоже является матрицей на самом деле. То есть содержимое цифрового, цифровое содержимое файла — это тоже матрица. Это тоже основа для последующего переноса на поверхность для получения импринта отпечатка. Uh, вот это вот на самом деле ключевая такая очень важная история, которая позволяет примирить эстамп uh, и печатную графику и uh, uh, найти какое-то уравнение внутри вот этого понятия printmaking, которое не только равно эстампу, не только классическим uh, консистентным таким uh, способом печати. Uh, в качестве иллюстрации я вот привел такое Полуцифровое произведение, это Дэвид Хокни, он э, в конце 90-х, в э, 80-х годах, когда только появились резографы, цифровые копировальные машины, он тут же бросился, он вообще такой новатор, если вы знаете, да и он бросился тут же экспериментировать с этой всей историей. То есть если можно напечатать при помощи цифрового э, копировального аппарата, в данном случае это напечатано при помощи ризографа причем резограф А4 формата, он не мог состыка... ну, как бы большую картинку не мог сделать, поэтому он разрезал ее на части. Опять-таки, это входит в его метод, и он разрезал ее на части, и классическим способом по операционно, то есть каждый цвет по отдельности, он создал вот эту картинку. Но это вот, наверное, одно из первых произведений, где матрица была уже цифровой или, скажем, конвергентный, наполовину цифровой, наполовину материальный. Он что-то рисовал. То есть вот эти вот элементы, если мы посмотрим, там элементы фротажа есть. То есть он протирал карандашом, потом копировал через стекло на ризограф и при помощи ризографа получал уже конечное изображение. И опять-таки у нас получается, что в любом случае художник участвует в этом процессе, неважно какой инструмент в данном случае он э, использует. И возвращаюсь к, к тому вопросу, который э, я поставил в самом начале вот этого таком, теоретического блока. Что такое оригинальный принт? Э, но в данном случае еще появляется слово авторский, потому что printmaking э, в английской коннотации это подразумевает авторская печатная графика. Так что же такое авторский печатный принт сейчас? А, оригинальный авторский принт — это произведение искусства, изначально задуманное автором как отпечаток. Оно может быть тиражным, не тиражным, это уже не важно в данном случае. Но вот и, исходя вот из этой формулировки, мы начинаем, <laughs> я буду сегодня начинать примерять эстамп с печатной графикой, с, печатными технологиями, которые существуют сейчас, и э, пытаться доказать, на самом деле, ну, доказывать это уже не надо. Это наша жизнь, которая нас окружает, и мы с этим уже живем. Но для многих художников, потому что и там печатное дело это, в общем, достаточно консервативный такой, так, с одной стороны очень, очень на Передовой все это, на передовой технических свершений, а с другой стороны, люди, которые этим занимаются, они очень консервативны, потому что ты всю жизнь этому учился. Но ну как же так сказать, что вот это и, и не только это, а может быть, что-то по-другому всегда очень сложно. А, а, в общем, я буду к этому возвращаться а, несколько раз, а, а теперь с, моего, ну, с вашего позволения, я, наверное, перейду к вот, перечислению и описанию тех основных методов печати, которые используют художники графики, печатной графики, я имею в виду, для ручной графики и для не обязательно ручной сейчас. То есть условно можно разделить всю печатную графику, которая сейчас есть, на ручную, классические методы печати, то есть вот в данном случае перечислены э, классические стампные методы печати, э, цифровые способы печати, э, э, фотопечать, наверное, она тоже входит в печатную графику сейчас уже, и, э, и конвергентные способы печати, когда одно дру с другим смешивается, невозможно отделить, э, ну, то есть когда, условно говоря, когда матрица, изготавливается при помощи цифрового цифрового процесса какого-то, да? И, опять таки, я, наверное, не буду очень глубоко в это дело залезать, потому что тут очень много технологий и на пальцах это, к сожалению, не объяснишь, и это в общем не на одну лекцию можно все развернуть, поэтому буду как бы по верхам быстро как-то это все рассказывать. Соответственно, помимо классических способов печати у нас есть фотопечать и цифровая печать. И э, первая, самая древняя история, которая вышла, э, как которая была артикулирована, это высокая печать. Собственно, что это такое? Э, как метод печати, как техники, это э, гравюра на дереве. Лина Гравюра, цинкография я написал, и еще с десяток разных других техник, которые можно туда приплюсовать. Но принцип высокой печати заключается в том, что высокая она не в смысле великая, да, а в в том, что печатная форма имеет возвышение и углубление, и краска наносится на возвышение печатной формы. Все высокая, в английской коннотации это называется relief print, то есть рельефная печать. И, ну, например, опять-таки, вот я все время буду ссылаться на английскую терминологию, потому что она гораздо более, в каких-то вещах она гораздо более точная. Например, у нас есть гравюра на дереве, да, и э, потом мы начинаем в скобочках э, различать торцевая, обрезная. Я до сих пор пу, сам до сих пор путаюсь, какая из них торцевая, какая обрезная, какая. Ну, то есть я помню, конечно, но э, в английском есть э, woodcut and wood engraving. Wood engraving это то, когда мы работаем на торцевой доске, да, когда -то плотная торцевая доска, и мы тонким-тонким штихелем выбираем поверхности. А woodcut — это когда мы широким на листе фанеры, например, выбираем нужные нам тоже пустоты. Собственно, как происходит печать? Лист бумаги накладывается сверху, и проис производится отпечаток. Это самая древняя, самая дошедшая до нас история. То есть первые печати, которые были, это шумерские, э, ассирийские э, печати э, цилиндрики, да, такие печатки. В Европе вся эта история появилась в средние века, 500 лет назад. Это было уже достаточно разработанная и э, понятная технология. И когда мы говорим, что 500 лет печати, на самом деле это не совсем правда, потому что 500 лет ⁇ это подвижным литером. литером э, Гутенбергу 500 лет. А до этого резали, печатали, оттискивали, все это происходило. Естественно, это все происходило. Э, в основном печать происходила из деревянных, э, в первую очередь, из деревянных форм матрица была из дерева, из разных пород дерева, и вот единственная разница была, что дерево клали либо э, торцом ставили, и либо э, э, вдоль слоев древесины резали. А, первое, что при, приходит на ум, когда мы вспоминаем э, э, обрезные гравюры, это Дюрер. И э, Дюрер на самом деле работал и как гравер по дереву, и как гравер по металлу, как художник, и у него есть и гравюры по металлу. Я буду рассказывать об этом чуть позже, и вы увидите разницу. А, и развитие, ну на, на самом деле вот Дюрер это уже вершина гравюры по, по дереву. До него были его учителя, после него его пытались превзойти, но я считаю, что в гравюре на дереве ну, таких вот мастеров, мастеров чисто технологических, техно технических, потому что искусство печати это не только искусство искусства, не только искусство художника. Это и крафт, это и ремесло, и технология, и, собственно, печать принтмейкинг, печатная графика, она в себе объединяет вот эти два начала: это, собственно, искусство, ä, это, собственно, Творческий момент и технологический момент. И художники всегда следовали за технологией, потому что когда предлагалась новая краска, новое техническое устройство, новый печатный станок, новая э, технология печати, художники очень быстро все это дело приручали, адсорбировали, э, выжимали и меняли смысл печати э, радикальным образом то есть из какой-то информационной истории, в первую очередь, потому что печать это в первую очередь была информационная история. А, печать становилась чем-то другим в произведении искусства сложно выделить инфор информационную составляющую контентную да то есть это чуть больше всегда а, а это уже а это вот как раз а, торцевая гравюра на дереве ну к сожалению не очень наверное хорошо видно тут другой характер штриха другой другой характер работы с а, поверхностью и это уже 30-е годы нашего XX -го века. Тоже один из характерных моментов гравюры высокой печати. Это, изначально это была гравюра на дереве, сделанная под сильным впечатлением японских гравюр. Это Анна страумова лебедева Вы все прекрасно, наверное, ну, помните. Это такие хрестоматийные школьные картинки. Чтобы было понятно, каждый цвет в печатных технологиях, если мы не берем цифровые технологии, каждый цвет печатается с отдельной матрицей. Под, под для того, чтобы создать цветное изображение, художнику надо было разложить это изображение на составляющие цвета, используя либо прозрачность либо непрозрачные краски составить эти цвета в э, то, чтобы получилось общее, общее изображение. В данном случае вот в этой гравюре э, есть всего лишь три цвета. то есть она состоит из трех, она сделана была при помощи трех матриц. А после этого э, вот это вот э, само изображение было переведено в цинкотипе, изначально оно было вырезана на дереве, то есть резала сама художница, она сама стихилем выбирала э, вот эти вот самые пустоты. И э, затем для того, чтобы это тиражировать, это разошлось миллионами открыток на самом деле. То есть как бы вот, 70-е-80-е годы это все в Питере продавалось как набор открыток. Это уже было переведено в цинкотипию. Опять-таки, когда печаталось, то есть вместо деревянной доски была цинковая форма, и с цинковой формы уже печатались тоже поэтапно, каждый цвет в отдельности. Можно сказать, что это почти, почти оригинальная работа авторская, потому что авторские матрицы были использованы в качестве, нельзя сказать оригиналов, в качестве исходной матрицы. Вот тут Такое понятийная возникает ситуация, а где оригинал? И по всем по всем теоретическим современным заключениям, выкладкам, получается, что оригиналом печатного произведения является тираж, совокупность вот этих вот тиражных оттисков, которые получаются в итоге, не каждая отдельная матрица а именно тираж, тираж отпечатков. Другое дело, что этот тираж, он может быть лимитированный, нелимитированный, подписанный, неподписанный и так далее. И в этом тоже очень много условностей и то, что называется договоренностей. Потому что подписывать тиражи начали, ну, в общем, достаточно недавно. Это середина 19 века, когда э, авторская подпись, появилась авторская подпись на живописных произведениях, игра... И в графике, чтобы не отставать от этого вот э, такого радикального жеста художнического представления подписи, говорения, что это моё, э, художники начали подписывать и графику. А после этого, когда ценность оригиналов э, подписанного, неподписанного, начала э, дифференцироваться. Потому что на самом деле, вот если мы возьмем гравюры э, Рембранта или э, Дюрера, там нет подписанных листов. Все, что напечатано, это Дюрер с, с оригинальной доски, с ним вы, им вырезанный. Поэтому и, и тираж их тоже он не лимитирован. Никто не договаривался изначально. Дюрер никогда не говорил: вот я напечатаю 200, а потом все. Нет, печатали пока доска держалась. И если мы посмотрим на доски пиранези, которые вот привозили в Пушкинский несколько лет назад, э, если помните, вы видели, они как зеркала отполированы, потому что с них сняли столько оттисков, сколько нельзя было снять уже. То есть последние оттиски с этих досок они должны быть слепые, на них ничего не должно быть видно. А, а это вот э, высокая печать гравюра большого размера, это Грейсон Перри, такой английский э, художник, автор, не знаю, если интересуетесь современным искусством, это очень модный такой современный английский художник, э, который работает, э, вообще он такой персонаж, он, он травести он э, работает в очень каких-то острых э, таких жанрах и он ведет свои телевизионные вел, я сейчас не знаю ведет не ведет свои телевизионные шоу и в данном случае это такая острополитическая гравюра, которая возвращает нас к гравюре как к такому политическому э, жесту, э, которая посвящена кризису восьмого года. Здесь изображено такое животное, которое э, то ли бык, то ли медведь ну, как бы биржевые вот эти вот бык и медведь, да, которые, которые, на самом деле вот исследуют и живет на этой планете. Вот, 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 вот такое чудо юда или такой, такая химера, через которую он показывает вот этот вот кризис, через который мы должны все будем, через который мы все проходим. Еще один Грейсон Перри, это портрет его родителей. В данном случае это тоже... Причем обратите внимание, что и та гравюра, та гравюра вообще двухметрового размера, то есть размеры растут, да? а это гравюры, эти, эти тоже, они в, в лист сделаны, 45 на... А, нет, полу -листа, 45 на, на 40 сантиметров, но тоже довольно большого размера. Это портреты его родителей, и они сделаны в таком викторианском ключе, на самом деле, естественно, и напечатаны на старых обоях. То есть такая вот история. Ну, у него были сложные отношения с мамой, с папой. Не буду сейчас пересказывать, но достаточно интересная такая автобиографическая история, которая впрямую рефлексирует вот в этой технике. Надо сказать, что высокая печать, несмотря на свою древность, я вот за этим делом наблюдаю, она наиболее наиболее часто встречается в э, произведениях современного искусства, то есть соврем... художники, которые работают в контемпоре э, и в современном искусстве, они чаще всего прибегают, если они работают самостоятельно, используют печать как медиум, они чаще всего прибегают к высокой печати. Uh, почему? Это уже, наверное, другое исследование, я не буду, <laughs> не буду сейчас в это углубляться. Но, видимо, из-за uh, такой экспрессивности, из-за того, что в высокой печати очень большие ограничения изобразительные, то, то есть там, возможно, только черное и белое, невозможно добиться... Uh, ну, без специальных навыков гравера невозможно добиться плавного э, тонального перехода, градиентов. Да? А вот эта вот, э, ограниченность пластическая, она как, раз, э, она как раз является залогом изобразительности, дополнительных возможностей э, изобразительных. Следующим методом, вторым методом печати, который по времени я их как бы расположил, ну обычно их так и располагают, я их расположил по времени, которая появилась на практически наверное, на рубеже 14-15 веков и вышла из ювелирного искусства, это глубокая печать которые относится относятся гравюра на металле, сухая игла, афорт, э карборандум, я написал там гравюры это уже более позднее. Опять-таки, гл глубокой печати масса техник. Э только афортных манер, там, я не знаю, наверное, полтора десятка я на память воспроизведу, еще полтора десятка, которых я, наверное, даже не знал бы. То есть... Э э то же самое, с доской производятся манипуляции, только краска попадает уже не на поверхности, а в углубление. То есть когда мы гравируем, то есть вот в этот граверный штрих мы забиваем краску. И тут есть несколько нюансов. Значит, мы не можем сделать большое углубление и забить туда краску. Там краска, ну, большой по площади, да? То есть мы не можем работать с большим пятном в, гравю в гравюре, в глубокой печати. То есть нам нужно внутри этого пятна сделать фактуру, в которой краска будет держаться, ну, просто в механической форме. Соответственно, первые гравюры, которые были сделаны в технике глубокой печати, они были штриховые. То есть штрих и точка — это тот язык гравюры, к которому мы привыкли и который э, появляется на оттиске, и, соответственно, опять-таки дюрер. Но в данном случае это уже гравюра на металле. И металл давал возможность э, более тонкой обработки, более точного штриха, более тонкого штриха, и, соответственно, по итогу э, получения светотеневой моделировки, получения э, тональных э, вот здесь, если увеличить, то видно, что толщина штриха она различается там, наверное, в порядок, потому что в гравюре по дереву нам штрих надо оставлять как возвышение, вырезать вокруг него, и это технически очень сложная работа, технологически очень сложная работа. А в данном случае нам этот штрих достаточно просто прорезать. И более того, мы можем здесь эти штрихи допускать перекрестную штриховку, более плотную штриховку и в итоге вгрызаться в этот металл глубже, 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 оставляя там в самых глубоких местах, добиваясь вот этого черного цвета. Следующей, следующей техникой глубокой печати, которую ну, принято рассматривать, это афорт. Гением афорта был... Рембрандт. И, собственно, э, на, на самом деле афорт появился раньше. И у Дюрера есть 8 афортов. Э, он попробовал это делать, но почему-то дело не пошло. А все очень просто. Опять-таки я говорил, что художники следуют за техническим э, прогрессом. Потому что во время Дюрера э, не было кислоты способной, не было технологии получения крепких кислот, которые поз позволяли бы травить металл, медь. То есть Дюрер пробовал делать афорт на железе, и травил он его доступными кислыми средами, это уксусом, то, что было. Это травилось очень долго, это было неудобно, и человек попробовал, ну нафиг, я лучше рукой порежу, сказал Дюрер, и пошел, взял свои резцы и пошел резать э, рыцаря. Да? А... У Рембранта было уже все, у него была царская водка, у него был была соляная кислота, и медь травилась на ура. В итоге, что дает афорт? Принцип афорта это когда это уже не механическое гравирование, да, а это химическое гравирование, когда металл покрывается тонким слоем кислотоупорного лака, процарапывается иголочкой. И потом ванночки с кислотой травятся. Соответственно, те места, которые про, процарапаны, они начинают кислотой протравливаться. И получается углубление, в которое потом забивается краска. И тут уже раздолье для художника, потому что уже можно рисовать, уже не надо резать, не надо при, не надо э, прикладывать какие-то титанические физические усилия, не надо э, вырезать эту черную линию вокруг в, вокруг нее вырезать, как в гравюре на, э, на как в или в гравюре на дереве. И, соответственно Иголочка уже идет э, свободная, и уже появляется перекрестный штрих и плюс появляются возможности еще и еще раз покрыть эту уже протравленную дощечку покрыть э, матрицу покрыть э, кислотоупорным лаком и еще еще где-то чего-то в добавок нарисовать появляется понятие состояний а плюс к тому что кованую медь ее можно было загладить ее можно было вернуть в исходное состояние то есть выгладить рисунок убрать и заново нарисовать и у Рембранта появляются гравюры из нескольких состояний когда э, Вроде как бы одно изображение, а говорят состояние 1, состояние 2, состояние 3. То есть он один раз протравил, нарисовал, протравил, отпечатал, потом что-то стер, что-то добавил и так далее. До 10 до состояний у него были гравюры. А, и вот здесь на увеличенном мы уже видим, что характер штриха совершенно другой, что появляется точка, что появляется как, как бы... И при этом... А, надо отметить, что вот это, вот это изображение, вот этот автопортрет, он, он он вот такой вот, он размером 7 на 7 сантиметров, он маленький. А рыцарь и, и вот дюреровский рыцарь, который тоже сделан тончайшим штрихом, он он размером 30 на 40, ну, грубо говоря, я сейчас точно... И вообще очень важно, на самом деле, в, когда мы смотрим графику, представлять себе размер. То есть в цифровой век это очень сложно, потому что на экране они все размером с iPad. А вот этот вот реальный размер, он всегда работает, и размер значит. То есть когда мы смотрим на гравюру Грейсона Перри, которая 2, 2, метра в размере, это так, я ее видел живьем, это производит впечатление. А это уже э, э, современный художник Глен Браун, который сделал такую реминесценцию на Рембранта, и э, называется это все «Полураспад». Это было сделано к юбилею Рембранта, к выставке Рембранта у него в его доме музея. И это вот история, нарисованная, это уже конвергентная технология, то, что я называю. Она на, была нарисована на планшете, на iPad. А, и это очень хорошо видно, если мы увеличим эти линии. А, мы посмотрим, и мы видим, что характер линии, он такой, что его награвировать эту линию невозможно. Тут, вот, это вот, вот этот завиток и вот эта гравировка, она технически невозможна. То есть это можно сделать на планшете, но невозможно сделать э, на куске металла. Плюс это гравюрные линии, Uh, у афортной линии нет, нет разницы в толщине, нет контраста. Афортный штрих, он всегда или практически всегда, он имеет одну ширину. Uh, и после этого при помощи фото, фотополимерной технологии это было опять-таки переведено на металлическую пластину и с металлической пластины уже напечатано. И в данном случае матрицей была, ну как сказать, матрицей, исходной матрицей был файл, через которую была сделана следующая матрица в виде э, печатной пластины, э, уже классической, медной, и уже с этой печатной пластины э, дел, делались эти отпечатки. Но вот здесь уже не видно. Здесь интересный момент, что это отпечатки, когда эти лица, идея была в том, что эти лица напечатаны в несколько слоев. К сожалению, вот двух черных, э, ну, может быть, чуть-чуть видно под каким-то углом, что это два или три черных слоя, которые смешиваются и создают вот этот хаос полураспада линий. А это тоже глубокая печать? Это Базилец. Его ну одни из последних работ не напоминают вам руки? Нет, ничего. Только эти руки они размером вот такие вот. И я не буду сейчас опять-таки касаться искусствоведческого описания работ Базилица, почему и зачем эти руки были сделаны, то есть интересно будет почитайте, но э, в данном случае технологически это сделано с двух досок. Это черный отдельно, золотой отдельно. Золотые, э, золотые в оригинале это золотые, -э, золотые краской с э, металлической пудрой. Ну, Она не золотая, конечно, это латунная пудра, как правило, или бронзовая. Вот. И Базилиц вообще довольно много, ну, то есть он последние годы, я так понимаю, что ему тяжело делать, он уже взрослый, пожилой художник, ему тяжело делать большие работы, и он очень много, то есть вот я смотрю по, музе, по музейным коллекциям, очень много добавляется именно его графических работ. Вообще художники... А, именитые художники э, — это вот такой тоже момент. А, а, то, что в английском established artist, да, то есть э, известный художник, или тот художник, который добился признания на рынке, институционального признания, обязательно обращается к технике печатной графики. В этом много смыслов. Uh, есть и маркетинговых, и коммерческих, и чисто художнических. Потому что все-таки 20 век, 21 век это как, как ни крути, это век копирования, век печати, век uh, создания ре... <режит> реизображений. Uh, это тоже uh, базилиц, другая техника, uh, Техника глубокой печати. Я не сказал, что для того, чтобы создавать тональное э, изображение в глубокой печати, в, в Афорте была придумана техника акватинты, когда вместо лака доска покрывалась э, пудрой из канифоли, мелким-мелким-мелким составом. Эта канифоль приплавливалась к доске при помощи нагревания доски. Доской я называю металлическую пластину, вы все поняли, да? Я... Вот П Пудра приплавливалась. И таким образом создавалась поверхность, ну как бы э, растровая такая решетка. Соответственно, если мы по этой поверхности начинали э, кра, э, эту поверхность начинали закрашивать или наносить на нее рисунок при помощи э, кислотоупорного лака, то там, где мы покрасили при, по, при последующем травлении ничего не получалось, а там, где не покрасили, происходило отравление и появлялся серый или черный, в зависимости от длительности отравления получался некий тон. Вот в данном случае это такая технология, немножко более хитрая, э там сделана э в обратную сторону, то есть как бы красилась не лаком, а красилась специальным составом, который срывал лак то есть это резерваж. Вот это вот черное, это накрашено. Такая техника называется sugar lift. В английском, в нашей транскрипции это называется резерваж. Это делается карамельный состав, такой краска плюс сахар. И им рисуется как тушью. После этого нарисованную доску. То есть сначала акватинта наносится, потом рисуется вот этот вот шугарлифт, потом наносится тонкий тонкий слой лака. И при погружении э, пластины в воду вот этот вот э, карамельный состав он срывает лак. И получается, что рисунок как бы резервный рисунок, он вскрывается. После этого травится и получается вот это изображение. Очень живая, очень подвижная технология, которая техника э, немножко капризная, э, но она всегда дает такой неожиданный эффект э, влияния материала. Это тоже очень важный момент, потому что, когда я говорил, что печатная графика — это технология плюс творческая, плюс э, художническая, да, и вот иногда вот эта технология, она начинает говорить, не, знаешь, художник, вот подожди, э, сейчас я тебе покажу, как надо. И получаются такие штуки, которые художник никогда бы не создал сам э, по своему скудному соображению или э, по, по своей какой-то э, по своему желанию. Еще две работы Базилица. Одна с шугарлифтом, а вторая сделанная это э, травление. Еще один такой взрослый Автор, которого я очень люблю, это Джаспер Джонс. Тоже после, его, ну как бы не последний, но одни из поздних работ Акватинта. Причем их здесь две. Вот обратите внимание, в данном случае это напечатанное на черной бумаге, а это напечатанное на белой бумаге с одной и той же доски. То есть печатная графика, она, она безумно вариативная И современная печатная графика, она уже не про тиражирование не про воспроизведение изображения в большей степени она больше про вот как раз эту вариативность про эксидент про нечаянный случай об этом мы тоже поговорим и э, про э, про возможности вот если посмотреть то даже вот у таких больших мастеров которые в принципе продаются все и э, э, джаспер джонс это художник который у которого самый большой чек за, проданную, э, за проданный принт. Там, я, я сейчас боюсь сказать, но это миллионы. Там, ши, флаг его был продан, там по там 60 или 70 миллионов долларов э, на каком-то из аукционов. И э, в принципе цены на принты вот этих авторов, они сопоставимы с э, э, ценами на живописные произведения. И в данном случае это тираж 6, Uh, это тираж 8, и он обозначен как авторский пруф, то есть самого тиража этого, этого листа, я его не нашел на самом деле, то есть это uh, спечаталось в мастерской УЛАИ, uh, uh, Universal Limited Art Editions, это сам, одна из самых прославленных американских студий, и вот... В какой-то момент, видимо, тираж был остановлен или что-то произошло, я, я просто не нашел информацию про это, при том, что существуют вот именно ограниченные, лимитированные вот эти серии. И ну в довесок для того, чтобы было понятно, что глубокая печать, она может современная глубокая печать, она может все. Это Аниш Капур. У него большая серия выпущенная издателем Парагон. Вот этих вот гравюр, это фотополимерные гравюры в основном, то есть они сделаны фото, фотоспособом, но они напечатаны с нескольких досок, это безумно сложная технология, вживую производят впечатление ну, какого-то не, нечеловеческого мерцания, то есть невозможно совершенно понять, как это напечатано, как это сделано, то есть совершенно сам импринт уже производит абсолютно такое магическое, затягивающее впечатление. Я их в живьем видел. Это такое. И такой вот совсем конвергентный, совсем сложный метод, о котором ну, я просто хотел сказать, что такое бывает. Объяснить это сложно. Это наполовину печать, наполовину скульптура. Это руша. Техника называется миксография. Смысл техники в том, что э, печать происходит одновременно с отливкой бумаги, то есть бумажную массу пульпу э, готовят, э, делают объемную печатную форму, то есть эта штука она объемная, она как, как вот реально как ржавый лист с выдавленными буквами, и э, 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 эту форму ее красят, то есть она фактически красится как как монотипия. То есть каждая форма, каждый, каждый оттиск, он покрашен э, своим оригинальным, то есть уникальным способом. И в общем сложно сказать, что это графика, скульптура, рельеф из бумаги. Но как бы это относит вот к принтмейкингу. Э, то есть это тоже печать, это такая уникальная технология, которая была изобретена лос-анджелесской студией «Миксография», которую они вот они ее очень активно продвигают. И ну, в общем кроме них в мире это по моему никто не делает вот такие штуки. Следующим методом печати является плоская печать. Тут относительно все проще, чем с глубокой и высокой. Если там мы не очень хорошо знаем, откуда они пошли, кто первый, кто в последний, то с плоской печатью точно известен ее изобретатель, точно известно, когда ее изобрели и точно понятно, что с ней потом произошло. Uh, изобрел ее Алайзи Зенефельдер. Изобретение датируется 799-м, по-моему, восьмым. Я сейчас могу ошибаться годом. Uh, изобр... Изобретение было абсолютно казуально. Случайно, он искал способ uh, совсем другого. Случайно понял, что uh, uh, такой способ существует. И Плоская печать получила мгновенное распространение, то есть за 20-30 лет она адаптировалась для, и для индустриальной печати в первую очередь, и она была первым, ну, первым и основным способом индустриальной печати. А в 19 и в 20 веке и по сей день ее остается. А, да, из чего она состоит? Что это? У нас разные виды литографии. То есть литографии у нас называются... Оригинально это э, плоская печать, где в качестве матрицы используется литографский камень. но по тому же принципу может использоваться алюминий цинк практически любые металлы на самом деле но используются в основном алюминий цинк, а также и бумага и картон и фанера и любой материал который э, на котором может задерживаться влага. Значит, как происходит способ печати? В планографии, в плоской печати у нас нет ни возвышений на печатной форме, ни углублений. А на печатной форме происходит химический процесс, когда мы ее зажириваем. А, то есть она, печатная форма, становится... То есть мы, мы знаем, что если мы на масляное пятно прольем воду, то вода с него скатится, да? Вот принцип гидрофильности, гидрофобности — это основной принцип плоской печати. То есть там, где э, находится изображение, оно жирное, оно создается жирной краской, ну, в, в базе своей создавалось в литографии. Это литографский карандаш, литографская туша. В основе литографских рисовальных материалов лежит жир, который реагирует с поверхностью камня, зажиривает его, и, соответственно, с той поверхности, где зажирено, вода скатывается. А если мы захотим жирную краску накатать на воду, она же не прилипнет к воде, а к тому месту, где воды нет, она прилипает. Все очень просто. Соответственно, когда мы берем и тонким слоем раскатываем валиком краску по вот этой поверхности, она ложится туда, где есть жирное пятно, где есть изображение, созданное жирным жирным рисовальным материалом, а где тонкая пленка воды, она не ложится, краска. Ну и дальше все как, как полагается. Преимущество литографии художники оценили мгновенно, сразу. Ведь и во форте, и в глубокой печати, и в высокой печати, мы матрицу каким-то образом механически обрабатываем. Мы с ней что-то делаем для того, чтобы получить изображение. Либо царапаем, либо режем, либо что-то. В данном случае по матрице получалось рисовать как, как по бумаге. Это был привычный, абсолютно удобный способ. Единственное, что приходилось отзеркаливать изображение. Но с этим тоже потом справились. И, ну, наверное, если брать канонические литографские изображения, я долго думал, кого вот из канонических литографов взять. Э, Тулус Латрек. На самом деле, э, литография была и раньше Тулуса Латрека, но вот все годы до, до французского вот этого вот большого стиля, я бы сказал, графи, в графике. А литография использовалась как репродукционная техника, как такая утилитарная машина для информатизации капиталистического общества. То есть, это была такая штука, при помощи которой можно было печатать ноты. Ноты невозможно напечатать при помощи наборного шрифта. Да? Это, это безумно сложно. Там вот эти вот... То есть, не придумали кассы для печати нот, а при помощи литографии можно было напечатать ноты при помощи литографии можно было рисовать любые карты рисованные карты да то есть литография дала огромную свободу то есть литография послужила таким э, инструментом информатизации э, и для того общества и, собственно, первые годы были заняты тем, чтобы вот этот вот информационный вакуум э, наполнить. Поэтому художники где-то были в стороне. Они, как бы, хотя, конечно, были копии, хотя, конечно, были рисунки. А вот когда литография, когда это уже все наполнилось и литография начала выполнять какие-то художественные функции, э, вот тут э, в, вышли вперед ее особенности именно рисовальные которые давали свободу э, уже э, пластическому выражению, давали свободу э, работы с пятном, с линией, с э, растром, получения тональных градиентов, потому что можно было вот если мы посмотрим вот этот тон, он создан карандашом, камень шлифовался не до ровного состояния, не до глянцевого такого, а на нем создавался корешок, то есть э, такие э, сказать по-русски-то. При помощи наждака, мелко, мелко, мелкого песка делалась такая шершавая поверхность. И когда восковым жирным карандашом по этой шершавой поверхности рисовалась, Получались вот эти точки. Они на самом деле очень близки к тому, что мы сейчас называем растором По сути дела это растрирование и происходило. Но при помощи вот этого корешка можно было получать тональное изображение той или э, другой насыщенности. Плюс литография позволяла э, объединять вот эти методы и штрихового, и точечного, и э, тонального рисования с э, цветными, э, большими цветными плоскостями. И тут... Опять-таки параллельно развиваясь потребность в плакате, потребность в утилитарном искусстве, потребность в рекламе, послужила очень сильным толчком для развития литографии как технологии, как графической техники. А, вот, вот пример рекламного рекламной полосы в это уже 20-е годы литографской. И вот если мы посмотрим крупно, вот видите под глазом вот эта румянка такое, это растровое изображение, но растр, который сделан вручную, он набрызган через э, сеточку, набрызган тушью. Да? А вот если мы посмотрим на эту картинку, здесь уже механический растр, когда вот эта сеточка механически нанесена. А, при этом вот здесь кстати, смешной такой э, момент, если обратите внимание, губы, глазки и украшения они дорисованы вручную. Это такая французская французская традиция пушуара, когда пушуаром тиражные, даже при, в очень больших тиражах, именно в модных журналах э, изображения подкрашивались вручную. А, а это уже 20 век, э, Сэм Фрэнсис, художник абстрактный экспрессионист, который, ну, как мы привыкли воспринимать абстрактный экспрессионизм, работал от живота, на ощущениях, на каких-то эмоциональных вещах. Вот эта вот литография сделана в пять цветов. То есть это пять форм поэтапно создавали вот это вот состояние. То есть пять матриц желтого, светло-желтого, оттенков которые поэтапно набирали вот это вот изображение а, то есть э, такой ну я бы сказал довольно аналитический метод а, а это такое я бы сказал краеугольное произведение графического искусства которое э, во многом от которого идет отсчет современной печатной графики Роберт Раушенберг и его знаменитый «Эксидент» — это история создания этого этой работы, она Роберт Раушенберг, вы знаете, что он был, его можно там называть неодадаистом, поп-артистом, но на самом деле он во многом исходил из традиции как раз абстрактного экспрессионизма. И здесь это видно. И когда он попал э, в ЛАЕ, это вот э, Universal Limited Art Editions, э, э, вот эту печатную студию, э, это была едва ли не первая его проба э, в литографии. И он, ну, в общем, был достаточно, как бы я сказал, диким в этом отношении. То есть э, с ним работал э, очень известный печатник Боб Блэкберн у которого впоследствии была своя студия. И Боб Блэкборн был достаточно ну, как бы квалифицированный, но, но при этом консервативно достаточно относился к печати. В общем, произошла история такая, что камень при печати раскололся. Такое бывает. Баварский камень, он толщину вот имеет вот такую. Но давление, которое развивает печатный пресс, оно очень большое. И иногда камни колются. Они устают, ну, как любой материал. И камень раскололся. Вот это вот состо... первое состояние. Причем, если вы посмотрите, тут есть какие-то фотопереводы вот там вот, фигурка бейсбо... бейсболиста, какие-то э, кусочки пейзажа справа, слева, наверху. И технология литографской печати она такова, что э, камень, э, если вот этот вот баланс, вода, краска в какой-то момент нарушается. Камень может повести себя непредсказуемо, он может начать затягивать изображение в темный цвет, например. Ну, бывает, что и в обратную сторону, то есть изображение сходит, но чаще изображение, то что называется, у печатников заваливается. И вот после того, как этот камень треснул, Раушенберг настоял, это был скандал, после этого Боб Блэкборн покинул мастерскую, разругал. Все говорят, что ругани не было, но я представляю, что ругань была. Я это экстраполирую на, св на свой опыт. И на... Я, я немножко знал Боба, и э, я э, представляю, что это был скандал. И он покинул после этого мастерскую, но этот тираж напечатал. Этот тираж получил гран-при в 1963 году в, на биеннале э, печатной графики в Любляне. Это было с, на тот момент самый, самое крутое место, самый крутой конкурс печатной графики, ну, как в Венецианской биеннале сейчас. Э, вот это было у Любляны. И с этого момента э, вот этот вот новый воздух возможности интерпретации э, печати от технологии, от того, как себя пове, повела технология, как, куда она завела автора, и возможность... И, вообще появление дискурса такого, что автор начинает общаться с материалом, а не с самим произведением. И произведение, оно состоит из авторства материала и автора. Это, это, одна, это одно из прочтений этой истории. И вот с этого момента это все началось. Ну вот я привел такой момент. Я почему говорю, что всегда интересно сравнивать? Да? Вот печатная графика, она не про одинаковые, не одинаковость в тираже. Это одна и та же матрица. Но с ней вот это произошло в процессе печати. То есть сам вот процесс, вторая, вторая сущность антологии печати, процесс переноса, он создал совершенно новое произведение, в которое вложено уже гораздо больше смыслов и других смыслов. Уже я бы сказал не совсем модернистских смыслов, да, то есть э -э... ну чтобы просто представлять, что литография бывает разной. да, это Джон балдесари э -э безумно разнообразный автор, у него как как у любого художника концептуалиста у него визуальная составляющая не идет впереди, но тем не менее она не последняя и значимая. И в данном случае это иллюстрация того, как литография воспроизводит фотографические изображения. И я не сказал, что следующим шагом после появления литографии появился офсет. Офсет от литографии отличается только тем, что изображение сначала переносится на резиновое полотно, то есть с камня не на бумагу, а на резиновое полотно а потом с этого резинового полотна на бумагу. Что это дает? Во-первых, резиновое полотно можно натянуть на вал. Да, и процесс печати становится не плоским, когда раз, ну, то есть в процессе печати появляется не четыре механических действия, а одно. Вот этот вот прокат вала, ну, точнее, два, туда и обратно. Во-вторых, резина более точно снимает с камня все его поры, все, все, куда там села краска, как она, как она себя повела. То есть печать более точная. И в третьих, камень от воздействия с бумагой он изнашивается. То есть любая матрица, любая механическая матрица в классической печати она претерпевает процесс износа и как доски пиранезии, так и камни, они изнашиваются. Везде тиражестойкость разная, везде это по-разному немножко, но э, вот э, офсет, он позволяет продлить срок жизни матрицы и снять больше оттисков с матрицы. Первый офсет это был лит-офсет, то есть офсет с камня на резину, с резины на бумагу, а тот офсет, который мы сейчас имеем, это офсет с алюминиевых пластин, на самом деле. Разницы по э, технологии процесса, практически никакой нет. То есть больше автоматизация, ну, больше наворотов, больше индустриального, то есть больше скорость, больше размера и так далее, но принципиальной разницы между литографией и офсетом нет. В данном случае это литовсет. Вот еще один Джон Балдесари. Но ну, это такая каноническая его вещь, на самом деле известная. И она была… Э, 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 ну, на самом деле вот этих листов свободной продажи уже в свободной продаже уже, то есть в первичной продаже их уже нет. То есть это был тираж, по-моему, 100. Тираж был произведен э, институтом Тамаринт. Это, по-моему, 1977 год. Но вот сейчас это все уже на вторичном рынке, уже живет своей жизнью по музеям и, и так далее. И вот современный совершенно автор, это самое, самое свежее. Я, я хочу сказать, что практически все вот эти картинки я брал либо э, с национальной, э, лондонской национальной галереи, либо э, МОМА Нью-Йоркский, либо Тамаринт, либо э, есть еще прекрасный источник. Э, 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 такое объединение IFPDI, это международная ассоциация дилеров печатного искусства они регулярно проводят свои выставки в нью-йорке у них они все проводятся раз два раза в год и у них прекрасный совершенно сайт вот со всеми вот этими новинками со всей свежатиной от разных э, крупных издателей и печатных студий. Это такая восходящая звезда, модная, этническая сейчас в Америке тема. Я сейчас с трудом воспроизведу. Вот. Но безумно сложная с точки зрения технологии. Тут, по-моему, 15 или 16 цветов. Вклейка Шинколи ⁇ это вклейка тонкой японской бумаги. и э, и самое главное, что тираж 50, да? И цена на такой вот лист, по-моему, она была там что-то в районе 3 или 4 тысяч долларов. Вот. А, и последнее по списку, но не по значимости, метод печати – это трафаретная печать. А, stencil принт. То есть трафарет в самом простом понимании пушуар. Это то, вот как э, работали стрит-артисты. Сейчас уже, наверное, так не работают, но в первые Бэнкси, когда резался трафарет на бумаге или на пленке, задувался или прокатывался краской, а, изначально пушуар на самом деле появился. Это еще 17-й 18-й 18 -18 больше век, когда гравюры сделанные э, глубокой печатью для модных журналов. В те времена уже были модные журналы, когда изображались барышни в нарядах и все эти книжки. То есть это не журнал, это была толстая книжка в отдельных листах, это издавалось, которые потом переплетались. Вот эти вот толстые книжки, э, они разъезжались по городам и весим, чтобы показать, какова была мода. Вот э, контур, э, с, э, контур делался при помощи глубокой печати, гравюры. А для того, чтобы понять, какого цвета этот наряд, его раскрашивали при помощи трафарета пушуара. Делались из тонкого олова раскатанных оловянных листов, на них делались трафареты. И такая книжечка из листов, там 7, 8, 9 листов. И были вот эти мануфактуры пушуарные, на которых каждый лист вручную тампоном, водными в основном красками это делалось, типа акварели. Ну, не акварели самой, а такой вот водной, на водной основе раскрашивались вот эти вот журналы. То есть они были иллюминированные, раскрашенные журналы, но раскрашены не вручную кисточкой, а при помощи механического способа пушуар. Это вот первое использование трафаретной печати в... И после этого в начале 20 века появилась шелкография, хотя говорят, что в Китае она была бог весь когда. но это такие на самом деле почти легенды. Реально, патент на шелкографию был в начале 20 века зарегистрирован в Соединенных Штатах. В основном она использовалась опять таки как индустриальный способ печати. Вообще все способы печати, я вот повторюсь, начинали они с того, что это индустриальный способ печати, и патент был зарегистрирован как способ печати на жести для печати по консервным банкам на жестяных банках. И довольно быстро все это разви развилось, и уже там в 20-30-х годах уже появились первые художники, которые пробовали эти способы печати. И э, все это было уже тесно увязано с культурой воспроизводства имиджей. Все это было тесно увязано с э, культурой рекламы, культурой фотопроизводства. И это уже 20 век, и уже если мы говорим о трафаретной печати, то в данном случае матрица это дырявая поверхность, да? Это матрица у нас работает не как плоская поверхность, не как вырезанная, а для в матрице у нас главная дырка, да? И вот в эти дырки мы забиваем краску, которая через посредством давления передавливается на лист. А вот эти дырки, например, в шелкографии, это дырки, это переплетение между между волокнами используем, там изначально использовался шелк, сейчас это полимерное волокно, между вот волокнами этого материала, вот эти вот дырочки незакрытые, это то, та самая вот наша матрица. В том, в том случае, если мы эту дырочку закрываем, заклеиваем, закрываем фотоэмульсии или как угодно, там у нас краска не проходит. Где дырочка открыта, краска проходит. Все очень просто. Поэтому э, шелкография как способ печати, он э, в 20 веке прижился и э, сейчас едва ли, является едва ли не основным способом печати для художников. Э, и, конечно, говоря о шелкографии, нельзя не вспомнить Ворхола, который, собственно, эту технику во многом открыл для всего мира и который был э, Опять-таки, если мы вспомним биографию Ворхола, он же был художником-иллюстратором. То есть он работал в иллюстрации, в коммерческой иллюстрации в первую очередь. И э, обучаясь в колледже иллюстрации, он где-то сталкивался с техническими э, параметрами шелкографии. Где-то он сталкивался с этой техникой. То есть это не просто так к нему прилетело. А давайте вот делать на холстах. Это техника, которая максимально удобна была для э, больших форматов, для э, такого in-house-простого воспроизведения. Здесь мы видим, что И она была связана, конечно, с технологией. Да? То есть она была связана, напрямую была связана с фото. Он никогда не рисовал вот эти вот формы. Это фото способом выконтращивалось изображение. Это он держит в руках фотопленку, которая при помощи фотоспособа, то есть на сетку наносилась фотоэмульсия, пленка прикладывалась к сетке, засвечивалась, в тех местах, где свет попадал, эмульсия задубливалась и образовался вот, образовывался вот этот клеевой слой, где эмульсии, где эмульсия смывалась, оставались открытые ячейки, через которые продавливалась краска, да? И в данном, но все равно весь этот процесс он был поэтапный все равно желтый печатался отдельно, голубой отдельно, зеленый отдельно и так далее. возникал возникает масса игр, когда мы начинаем эти краски. вот сейчас мы уже мы можем эти краски сделать прозрачные, непрозрачные, кроющие. мы можем добавить в них алмазный порошок, как это делал Ворхал тоже. мы можем сделать их глянцевые, матовые и так далее. в этом смысле шелкография, конечно, является наиболее пластичной и самый такой с точки зрения репродуцирования одной из самых таких современной шелкографии, я имею в виду, одной из самых таких техник обезьян, которая может скопировать кого угодно. Литография не может скопировать высокую печать или глубокую печать, потому что глубокая печать, она имеет высоту красочного слоя довольно большую шелкография позволяет это сделать. При этом шелкография, сделанная из тонкой сетки, она может сымитировать даже литографский оттиск, где там микронные, микронная толщина краски. И, собственно, вот эта вот свобода, пластическая свобода в литографии, она, развяз, она во многом помноженная на, на я не знаю, как это сказать, помноженная на ворхола, да? Она развязала ему руки, и, соответственно, вот этот вот вариант бесконечного манипулирования формой, размером, э коллажирования, то есть шелкография это очень коллажная техника. Она уже очень такая про 20 век, про составление поверхности, про составление фактур, про э такой э такой очень быстрый хронотоп, да? Это вот э один из фрагментов выставки. А, сейчас я вспом не помню сейчас где. А, в музее Уитни, а, где вот вы видите. Это у нас прив приводит к, вот к, к, к вопросу о понятии копии оригинала. И опять-таки понятие разницы в первую очередь не, с, не соизмеримости, не тиражности, а именно разни, разницы в тираже. Мы видим, что вот эти вот портреты сделанные лихо, быстро и в одно касание. И вот два портрета, которые и нас больше они больше всего притягивают они, потому что мы начинаем невольно сравнивать, невольно искать, искать, а что же произошло, что же изменилось, где, где правда, где настоящее. И вот этот вопрос про где настоящее, вот это как бы Ворхол, на самом деле, э, но ну это не настоящий Ворхол. Это Ворхол, э, поздний Ворхол, это работа 1986 -го года, который сделал э, его печатник Рупер Смит, с которым он сотрудничал последние, там, по-моему, лет 10. И... Но если мы посмотрим, есть разница, да, чувствуете? Что-то вот такое то же самое. При том, что технически вот эти вот картинки, они сделаны э, безумно совершенно. Это, это тонкий растр, это практически фотографическое воспроизведение, но, но э, ему было важнее показать техническую сторону. То есть э, у Ворхола стояли какие-то другие задачи. Продолжение ворхоловской традиции Алекс Кац. У него очень много вот таких портретов. А, и да, и здесь э, сложность уже, так, то, то есть здесь уже такая утонченность в этом всем появляется. Сложность цветов, оттенков. Я тоже видел эти э, работы вживую. Они построены на матовом глянцевом, то есть там вот, э, не знаю, видно здесь, не видно, но вот складки на пальто, они сделаны э, глянцевой э, краской, и они выделяются. Э -э, это Руша из ранних работ, которые, которые сделаны в шелкографии, но надо сказать, что вот это вот плотно опять-таки живьем видел эту картинку, вот плотного вот такого светящегося желткового такого цвета добиться какой-то другой печати очень сложно. Опять это Руша, вот, и, и вот две работы, я очень люблю вот эти вот вот эту вот серию с пузырями. А, а, они довольно большого размера, они где-то метрового размера по большой стороне, напечатаны очень лапидарно в два цвета. Маурицио Каталан, это работа, это тоже шелкография, напечатанная при помощи растрового цветоделения, ци, э, такого классического Циан Мадженту Елу контур. А вот это здесь я хотел бы: у нас остается 10 минут, да? Мы можем задержаться, наверное, немножечко, да, чтобы на вопросы осталось. Здесь я хотел бы немножко поговорить. Это заключительный автор, которого я хотел бы сегодня показать Оскар Мюньюс, это художник из Боливии. Причем в Боливии он э, очень известен. Он э, известен именно не как график, а именно как художник, вот такой established artist. Э, более того, он известен и, ну, не известен у нас. Вот. Это и он работает такой. Он работает с темой памяти, с темой воспоминаний, с темой каких-то э, таких, с темой травмы. Э, во многом перекликается с европейскими авторами. Вы, наверное, увидите какие-то вот э, такие параллели с Болтанским и с какими-то другими авторами. Но что здесь интересно? Это называется "Высушенный нарцисс". Вот эта серия. Я не чуть подробнее расскажу. Это не просто э, шелкография, как написано здесь на акриловом стекле. Это толстое акриловое стекло акрилат и не просто шелкография, это шелкография, которая напечатана э, угольной пылью сухой, э, я так понимаю с небольшим количеством связующего на акрил и после этого погружена в воду и когда этот акрил лежал в воде э, эта пыль начала там диффундировать, рас, расплываться, то есть э, процесс создания оттиска после того, как получился оттиск, почему я говорю, что поверхность не всегда является импринтом, да? а поверхность начала работать а, отдельно от оттиска. И вообще на самом деле это такой, такая, такая интересная парадигма, когда а, в 21 веке начинают отделяться сущности: когда текст отделяется от книги, оттиск отделяется от поверхности и так далее. То есть, ну, мне кажется, что ну, это такая история отдельная. Вот. И э, это серия из таких вот оттисков, где эти лица практически смываются. Ну и э, здесь же такое еще э, ну, я не буду сейчас. Вот. И вот это продолжение этой серии, опять-таки, это шелкография, сделанная на зеркале, которая содержит и отражение, и изображение и такая же ну и вот еще одно зеркало теперь уже круглое с дыханием очень смешно потому что мы сейчас печатаем э, работы Юры Альберта который делает почти такую же историю связанную с зеркалами то есть как как интересно что ну то есть мы печатаем его дыхание на зеркале то есть э это сложная достаточно технология, но вот он, он делал, он дышал на зеркало, сканировал, и мы воспроизводим это дыхание на зеркале. Вот. А, ну, наверное, я так вот вкратце буду завершать, потому что я могу в принципе очень долго расширяться в любой из направлений. Мне кажется, что надо дать возможность вам задать какие-то вопросы. Я постарался постарался как-то это все э, сложить в какой-то связанный рассказ. Надеюсь, что он вам зашел. А Сложный вопрос. На, на самом деле, вот, мне кажется, это такой вот момент, что нет любимой печатной техники, она выбирается под, под задачу. И, собственно, это вот э, такой э, современный подход. Что современ, э, то есть сейчас печатная графика и э, печатные техники, и печать как таковая она перестала быть способом репродуцирования и перестала быть способом даже творческого самовыражения. Она сама по себе является медиумом. Это, это такая среда, при погружении в которую художник уже э, делает высказывание. Вот как как вот эти вот портреты э, 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 Гленовские портреты Рембранта. Он же запросто мог напечатать их в технике шелкографии. Запросто мог. Ну, любой техникой можно на современном этапе воспроизвести вот это. Но обращение к глубокой печати для него было глуб... ну, абсолютно важно. То есть не могло быть другого способа печати, говоря о рембранте и говоря о рембрантовском рисовании и полураспаде вот этого рембрантовского воспри... восприятия да и э, обращаясь к творчеству самого Глена, он такой э, постмодернист-пересмешник, постмодернист он на самом деле берет э, знаковые произведения и перерабатывает их, э, как он видит, назовем это так, вот и для него это очень важно было, что это должна быть именно глубокая печать, поэтому э, если бы я был таким, скажем, классическим принтмейкером, афортистом, литографом. Наверное, я бы вам сказал афорт, литография, шелкография или что-то. В данном случае я вот печатную графику рассматриваю именно как медиум, как э, инструмент, даже не инструмент, а как среду для художника. И поэтому вот назвать какую-то любимую технику я не могу. Хотя время от времени у меня появляются какие-то любимые технологии. Например, мне Безумно нравится техника альтернативной фотопечати, гумбихроматная печать так, такая, я не знаю, сталкивались, не сталкивались. Это до изобретения серебряно желатиновой печати. Было несколько разных, ну, их на самом деле бесчисленное множество, но вот я для себя: вот этот гумбихромат открыл это фотоакварель это принцип фотографический принцип, но который работает с акварельным медиумом, с акварельным связующим. Гумиарабик ⁇ это связующий, который используется в акварельной краске. И, соответственно, те моменты, которые я, которые я получаю из вот, гумби хромата, они меня в, в каких-то моих работах, в каких-то моих высказываниях, я их долго искал. Например, у меня была серия такое виртуальное кино, когда я его начал, наверное, в начале 90-х. Когда только-только появился компьютер, я начал делать компьютерные коллажи, которые выглядят как настоящие, сочинять какие-то киноистории, такие про свою не свою жизнь. И я не понимал, то есть они существовали в виртуальном пространстве. Я не понимал, как их напечатать, потому что там в 90-е годы сделать э, цифровой э, диапозитив было сложно. Непонятно, как это вот из компьютера вынести на, на печать. Цифровая печать меня не устраивает. А когда появилась вот эта вот возможность косвенного перевода, то есть когда я, делал, когда я делаю сейчас э, цифровой диапозитив, и с этого цифрового диапозитива делаю фотографию фактически, да еще фотографию таким вот замысловатым образом, меня вот эти вот воспоминания, они вдруг оживают, они становятся, они становятся теми, как я их себе представлял. То есть в каких-то случаях и вот этот гумбихромат, он для меня всплыл совершенно, совершенно ну, случайным образом. То есть это... Он до сих пор не причисляется к печатным техникам. То есть, если вот я, у меня был случай, я отправлял это на, на бинале биеннале э, в Казани, и мне оттуда пришел отлуп, сказали, ребят, нет, это не печатная техника. Извините. Так что, так вот. А можно еще раз тиражу Вы говорили, что... Металли, стертые доски это вообще сколько оттисков в итоге ну какой-то ориентир порядок тысячи десятки тысяч Ну, смотрите это зависит от если мы говорим про э, тиражестойкость софортной доски именно офортной травленый штрих простите сейчас за, за профессиональный термин классический да то пока у тебя этот штрих не сотрется но это зависит от бумаги зависит от э, того как той краски, которую ты печатаешь. Ну, вы знаете, да, что если ты будешь печатать сажей газовой, то ты доску убьешь за 50 оттисков, а акватинту за 20. А если ты будешь печатать какой-нибудь индиго химической краской, то она поживет еще. То есть краска она сама по себе абразивом является, бумага является абразивом. И э, ведь, ну, как бы медная доска, акватинта -то тонкая живет 10, грубая акватинта живет 50, ну, грубо говоря, травленый штрих живет от 100 до, наверное, 500, я бы сказал так. А если вы знаете, то какие-то доски, ну, не какие-то, а вот доски оставляются, то есть их покрывают, электролитическим методом покрывают тонким слоем стали, при помощи электролиза покрывают тонким слоем стали, они становятся э, тиражестойкими, более тиражестойкими. И в э, некоторых студиях печати э, при этом характер рисунка немножечко становится более жестким. И, Например, э, Ильяст, э, когда делал свои издания, он всегда э, отдельно, отдельной страхой писал, что издание сделано не на осталенной доске, что оно живое, что э, издание имеет от 1 до 50 оттиска внутри различия. Для него это было очень важно. Для коммерческих издателей, наоборот, очень важно, чтобы каждый следующий оттиск был ну, максимально идентичен. И как бы вот коммерческие издатели, коммерческие печатные студии, они на это как бы вот до последнего момента очень сильно упирали. Сейчас уже не так. Вот. Поэтому вот тиражестойкость в пределах от, от, от одного до... Там. Вот эта доска именно, которая стерта, на ваш взгляд, это... Там сложно так, сказать. Или? История с пиранези и с оттисками пиранези была какая. Сейчас мы делаем лимитированный тираж. Мы говорим, к нам приходит Володя Дубасарский мы говорим, Володь, мы напечатаем 20 экземпляров. Он говорит, нет, 20 много, давай 15. Ну так вот. А, и мы говорим, 15. Какой-то бумаги докладываем на пробы, все равно получается 20 листов, 15 плюс 5 АП. Пиранези же не работал так. Для него это был каждый лист, это были деньги. Да? И он сколько напечатал, столько и продал. И после него э, печатал Франческо его сын, а после Франческо печатала папская канцелярия, когда доски были проданы в Ватикан. И печатали до тех пор, пока с этой доски можно было снять оттиск. А потом, когда в XIX веке придумали гелиогравюру вы знаете что произошло да эти оттиски скопировали и появилось такое количество фальшиков в пиранезе, что сейчас отличить настоящего от фальшивого пиранези очень сложно просто только по бумаге можно отличить потому что гравюра копируют это вот один в один и в гелиогравюре ты можешь создать дополнительную матрицу. Это все нас упирает в разговор про оригинальность, неоригинальность, тиражность и так далее. Это на самом деле безумно длинная и безумно такая э, страстная беседа для меня, потому что эти вопросы, они меняются вот прямо сейчас. У нас на глазах понимание тиражности, оригинальности, появился NFT, да, и мир не будет прежним по отношению к оригинальности и вообще история с оригинальностью она э, была придумана во многом она была она появилась в 19 с оригинальностью принта принт всегда воспринимался как тиражное произведение искусства в 19 веке его стали подписывать и через вот этот вот артистический жест э, путем того что принт хотели приблизить к живописи появились э, подписанные принты то есть до 19 века мы не увидим ни одного листа, подписанного карандашиком, вот как сейчас положено, с проставленной сигнатурой. Появились лимитированные тиражи, потому что лимитированный тираж — это способ все это монетизировать. Чем меньше тираж, то есть мы продаем этот тираж, мы говорим, что это, некая, это некие внутренние договоренности внутри институции, внутри рынка. Появился вообще рынок искусства. И с появлением рынка искусства вот эти появились вот эти договоренности появились вот эти условности, что подписывать надо карандашом, что надо ставить э, тираж, что в тираже может быть не больше 10% АП. Кто это придумал? Это вот какие-то такие вот, э, ну, договоренности, которые сейчас на самом деле очень быстро меняются и они будут меняться. Вот я в этом абсолютно уверен. И вот это вот смыкание с э, цифровой историей. Оно произведет какие-то, то есть вот эти вот изменения, ну, мир не будет скучным в этом, в этом месте, я точно, я уверен. То есть у, у печати в этом смысле очень много того, что есть сказать. Еще еще один момент про, про печать: печать всегда из-за того, что она наполовину технологической была, она всегда была up to date, она всегда была с какой-то вот всегда была с налетом такой суперсовременности. То есть она, с одной стороны, очень консервативна, потому что это ремесло, это крафт, это все. А с другой стороны, она очень современна. Живопись такой никогда не была. То есть, может быть, там в 15 веке, когда масляную краску изобрели, ну и в середине 20-го, когда появился акрил. С живописью, кризис с живопись, он связан с тем, что очень сложно вот туда войти технологически. И современные живописцы, вот мне знакомые, они ищут вот эти пути для того, чтобы живопись каким-то образом сделать обтодейт, а в печати это происходит просто потому, что печать происходит, просто потому, что появилась 3D печать. И сейчас мы выходим в объемную печать, это все, а принцип печати остается, антология печати, матрица, перенос, поверхность, импринт, она остается даже, если мы делаем трехмерную печать. И по сути дела вся печать трехмерная. Ну, в общем, я могу долго на эту тему. Спасибо большое. А вот техника Жекле, что? А, техника Жеклея, значит, Жекле — это название, которое появилось в 93 году. Такой был музыкант Нэш, Кроспи, Стил Нэш и Янг, знаете, да? Он в какой-то момент нашел, он фотограф, он увлекался фотографией, и в какой-то момент у него появилась потребность, так же, как у меня в начале 90-х годов делать диапозитивы, у него появилась потребность печатать свои цифровые, просто фотографии, печатать свои фотографии, которые он обрабатывал, манипулировал с которыми на компьютере. И он нашел технику, то есть сначала это были струйные принтеры Fuji, там что-то еще, он нашел производителя Iris, который в тот момент был заточен под изготовление полиграфических фото, цветопроб калиброванных, чтобы цвет видеть перед тиражом, чтобы сделать цветопробу. И вот этот вот «Айрис» ему дали на джекле струя. Это струйный принтер на самом деле с очень мелкой дюзой. Сейчас любой домашний принтер пигментный, он дает меньше точку, чем тот «Айрис», который вот Первый Арис появился у нас в 1995 году и стоял в подвале музея Горького. Я еще как сейчас помню, там сидела конторка, которая делала вот эти цветопробы. Стоили они безумных денег. вот, Жекле равно струйная печать э, пигментным красителем на архивной бумаге. То есть Жекле это специальное такое вот название. И, собственно, Жекле надо рассматривать как один из способов цифровой печати который вполне уместен и в музейном деле, и в художественном, и в архивном, и в любом. То есть это как бы наравне со всем прочим. Можно вопрос? Это рубрика Обывательский вопрос, потому что половина того, что вы говорили, я записывала. Я буду это гуглить, признаюсь честно. Но тем не менее, вы много ссылаетесь в прошлое. Там действительно есть точка опоры, есть что посмотреть, это все восхищает и так далее. Если говорить про ближайшие пять лет зона вашего интереса в печати с учетом всего того, что происходит, вот на чем вы лично будете концентрироваться. А, смотрите, печать это больше, чем э, получение импринта. Печатная практика, она на самом деле гораздо, гораздо шире, чем просто получение изображения. То есть печать ⁇ это коммуникация, это социальные вопросы, да? То есть это способ взаимодействия между людьми, это э, арт-терапия, это много-много ну, всего. И вот эти вот практики, которые объединяются в слове печать, они на самом деле, вот мне интересно именно совокупность этих практик, не просто использование печати для получения картинки, которую можно потом отнести э, там, или продать в галерее, или там, я не знаю что. То есть на самом деле, в моем понимании, социальная, э, тех, печать как социальная технология, художественная печать я имею в виду, это, это безумный инструмент, это супермощный инструмент. Сейчас вот буквально недели две назад закончилась, закончилась конференция Impact в Гаткотке. Она была онлайновая. И э, я вот все это там прослушал, то, что говорилось. И на прошлом Impact, э, на котором я тоже был живьем, правда, э, ну, где-то процентов... Это академическая конференция. Она не, не так, чтобы посвящена печати вот э, голубых фишек из сферы искусства. Да? Сегодня я рассказывал в основном про голубые фишки про там established artists и так далее. Ну, до рынка даже мы не дошли, но это все то, что я вам сегодня показывал, стоит выше там 10 тысяч долларов э, за лист бумаги. Вот. Или много выше. <laughs> да? А интересно то что, то, что ниже. То есть вот основание пирамиды, оно гораздо больше, гораздо шире. И вот то, что там происходит, вот это интересно. Потому что если мы ну, как бы обратимся, ну, как бы простейший пример Бэнкси, да? то есть оттиск Бэнкси, девочка с шаром, его ритейл прайс была 150 фунтов, когда это все появилось. Тираж был напечатан 500, из этих 500 100 с чем-то, я не помню сейчас, 120-150 были подписаны. Это все разошлось. Вы вот погуглите, будете гуглить, погуглите, за сколько последнего девочку с шаром продали, которую порезали шредером. То есть это интересно не только с точки зрения... И если почитать о том, как Pictures on Wall, студия, которая печатала Бэнкси, развивалась, это был прям вот такой очень живой, очень социальный инструмент. Такой салон отверженных номер 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 сколько-то, да? Потому что это было сделано для тех, кто, кого не пускали вот в институцию современного искусства, о котором говорили, ребята, идите, вот вы не искусство. Теперь Бэнкси номер один художник в Англии. Самый часто, ну и, 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 у нас он, я так что-то читал, что самый часто цитируемый, это вот вспоминаемый художник Бэнкси. Вот это интересно. Интересно то, что происходит там внизу, не то, что, то есть я я много занимаюсь и вынужденно занимаюсь, потому что пропагандировать можно через ну вот это вот светящееся навершие вот эту пропагандировать печатную графику, а для меня очень важно ее сделать важной, ценимой. и ну, как это продать, если не продавать знаменитого художника. Но интересно то как раз вот все все что происходит в социальном взаимодействии, все что происходит вот где-то вот там. Вот, вот, если говорить на, на, про интересы, то, вот, наверное, и это не в ближайшие пять лет, я уверен. Это вот как бы, вот я, я начал говорить про импакт три года назад. Наверное, процентов 20-30 докладов было посвящено всевозможным социальным аспектам в, в печати. Вопросы коллаборации печатника и художника, в, вопросы студенческих коллабораций, вопросы взаимодействия, вопросы арт-терапии и так далее. Сейчас, наверное, процентов 60 70, я бы, чтобы не соврать, докладов и сообщений было вот вокруг этого. Потому что это не только ну, как бы мир почувствовал, что вот, вот в этом все. То есть вот год, год он такой <laughs> урожайный на осмысление, по-моему, был. Можно, да. у да. меня вот вопрос про ценности. Вот вы упомянули NFT. Как быть, если э, есть. Э, там десяток оттисков, и кто-то сделал NFT, кому это будет принадлежать? Но NFT можно на тираж сделать. Как токен не... делается на тираж. А токен если... можно сделать на тираж. Да, но владелец будет один. Почему? А... Нет. Нет, ты, ты, он распределяется, это и с цифровым файлом такое же. Да, но если сделал один, а коллекционеров там 10, то как? Ну, у тебя есть этот токен на тиражное произведение. Суть в, том, суть в печатной графике так же, как в цифровом искусстве. И принцип он такой же, что э, ты продаешь... Э, т, произведением является тираж. То есть вся цифровая история ⁇ это тиражная история. То есть этого конфликта не будет? А, ну, конфликт уже есть, если а вы спрашиваете. На самом деле конфликт есть, потому что все наше социальное устройство, все наши договоренности и все, к чему мы привыкли, говорит о том, что есть оригинал и авторитет, да, 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 то есть оригинал и мое владение этим оригиналом, и есть все остальное, и вот переключиться на другую парадигму мы пока, в общем, это с трудом, со скрипом воспринимаем, да? Но она есть эта другая парадигма, она где-то вот в пере... NFT есть, и значит это тоже есть. Но она не уйдет, это никакой там такой. Я думаю, что это, это это еще как придет, это еще не пришло. То есть это такой был вот сейчас в марте всплеск с э, отскоком естественным, но я думаю, что это как бы это раскрывает огромные перспективы вообще в понимании. Тиражного искусства, как такового, вообще меняет неким образом понимание искусства, мне кажется. То есть глобально так. Потому что 21 век это век копирования и век век копирования. То есть мы постоянно копируем файлы, мы постоянно копируем изображения, забывая уже об этих авторских правах, даже если они есть там, даже если мы их хотели бы помнить. Мы не знаем, кто автор этого произведения кто автор этого мема. И то же самое вот с этими руками. Вот то, с чего я начал 40 тысяч лет до нашей эры, это же про это же. Поэтому тут, тут есть о чем подумать. Я, я не претендую на какую-то абсолютную истину. Я говорю, что, что мир не будет таким томным уже. Тут, тут, тут все будоражится. Тут очень много каких-то вот вещей именно философских, которые, которые требуют своего осмысления и какого-то дальнейшего подхода. И, соответственно, и печатная графика будет вместе с этим меняться. Потому что она уже глубоко инкорпорирована в тело современного искусства. То есть останутся техники, останутся крафты, останется афорт, останется литография, останется э, высокая печать. Это все останется, но смысл этого в, в понимании искусства совершенно другой будет. А, можно еще быстро? А вот а, вы еще упомянули Владимира Дубасарского. Ведь он же как, у него есть картина, скажем, там, 2 на 2 маслом, и он делает там у вас 10-15 сотисков. Вот как так часто бывает, и как к этому относиться? Ну, с он... Володей мы вот только-только сейчас начали делать. Нет, у него был оригинал Нет, у него был опыт работы в шелкографии, и когда просто сделали репродукцию с их, таких, ну, ну, то, то есть, когда еще был Виноградов-Дубасарский mm -hmm. художник, э сделали репродукцию, поделили цмяком и крупным mm -hmm. растром напечатали, и получилась mm -hmm. такая, типа газетным растром. То есть, ну, уже такая другая медиумность в этом, тут, тут, mm -hmm. другое состояние на бумаге, опять-таки, и, это, и как бы этого тиража уже нет. А сейчас мы пробовали делать совершенно какие-то другие вещи, которые отличаются от того, что… То есть, исходное изображение, как бы ну, посыл был… Э его какие-то работы живописные, но то, что в печати делалось, это совершенно другая была история с совершенно другими задачами и с какими-то. Сам, самое главное с другим результатом. То есть это по-другому по выглядит. Ну, то есть это отдельное уже произведение искусства. Это отдельное произведение искусства. Более того, в тираже там семь одинаковых mm -hmm. оттисков, а все остальное это какие-то эксперименты, которые, вот, собственно, интересно делать. У нас есть, простите, вопрос от нашего зрителя на Ютубе. Алексей, скажите, пожалуйста, можно ли как-то использовать выброшенный пластик как доску, царапать оргстекло и печатать с него, например? Конечно. Все. Исчерпывающе. Мы только этим и занимаемся. Вот сидят мои студенты, которым первый, на первом занятии, когда они ко мне пришли, я показал на фабрике у нас, где находится помойка, куда выкидывают оргстекло и пластик. И с тех пор они регулярно, приходя на занятия, посещали вот это вот место, потому что это место, где можно достать. Печатать можно со всего и на всем. Это вопрос, какие ты ставишь перед собой задачи. Ну что, друзья, спасибо. Ну, спасибо. Мы почти уложились. Спасибо вам.